Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня у нас в новостях HTC Wildfire E, Lenovo Z6 Pro, OnePlus 7 Pro 5G и MediaTek Helio G90. HTC перезапустит линейку смартфонов Wildfire. Dexomark готовится опубликовать рейтинг Lenovo Z6 Pro. OnePlus 7 Pro 5G прошел сертификацию. MediaTek выпустит новый процессор для игровых смартфонов. Начнем с HTC. Они собираются перезапустить известную линейку, давным-давно когда-то она была известной, смартфонов Wildfire. HTC Wildfire и Wildfire S были популярны на заре появления OS Android. Похоже, что линейку ждет перезагрузка. Как сообщает издание Android Authority, модель HTC Wildfire E появилась на сайте одного из российских ритейлеров. Как и предыдущие устройства серии, новинка относится к бюджетному сегменту. По данным источника, смартфон оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, чипсетом Unisoc SC9863 с 8 ядрами Cortex A55, графическим ускорителем PowerVR EMG8322, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ ПЗУ и аккумулятором на 3000 мАч. Новинки также приписывают двойную основную камеру с разрешением сенсоров 13,2 Мп, а также 5-мегапиксельный селфи-модуль, порт microUSB, 3,5 мм аудиоразъем и ось Android 9. Предположительная дата начала продаж и цена новинки пока неизвестны. Dexomark готовится опубликовать рейтинг Lenovo Z6 Pro. Авторитетный портал Dexomark заявил о готовности к публикации результатов тестирования камеры флагманского смартфона Lenovo Z6 Pro. Аппарат на базе мобильной платформы Snapdragon 855 оснащен модулем тыльной камеры, состоящей из 4 сенсоров. Основной получил разрешение 48-мегапиксельный. Вспомогательные 16, 8 и 2 мегапикселя. В список возможностей съемки входит запись видео в разрешении 4К, ночной режим, широкоугольная съемка, макросъемка, портретная и панорамная съемка и различные фильтры. OnePlus 7 Pro 5G прошел наконец сертификацию. Версия смартфона OnePlus с поддержкой мобильных сетей 5-го поколения одобрена китайским сертификационным агентством, сообщает сайт iGeekPhone. Модель во многом копирует OnePlus 7 Pro, но использует другую внутреннюю архитектуру из-за необходимости выделить место для 5G модема Qualcomm X50. Прочие характеристики смартфона идентичны LTE-версии. Процессор Snapdragon 855 от 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ ПЗУ без возможности расширения. Не изменилась и емкость аккумулятора, она составляет 4000 мАч, поддерживается функция быстрой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт. Дата релиза OnePlus 7 Pro 5G не объявлена. MediaTek выпустит новый процессор для игровых смартфонов. Вчера Qualcomm представила флагманскую мобильную платформу Snapdragon 855 Plus для игровых смартфонов. Как сообщает Gizchina, компания MediaTek тоже намерена выпустить собственное геймерское решение – чипсет Helio G90. Подробные характеристики будущей новинки не раскрываются. Предположительно, Helio G90 превзойдет Helio P90 в производительности, но детали о будущем чипсете производитель не раскрывает. Ранее MediaTek заявила, что начнет выпуск флагманских мобильных процессоров в 2019 году. В частности, представитель компании сообщал, что новый чипсет будет выпускаться по 7-нанометровой технологии и сможет работать в сетях 5-го поколения, поэтому можно предположить, что речь идет именно о Helio G90.